Оценка заложенной недвижимости. Какие вопросы должен человек вот сейчас на слух запомнить, попытаться запомнить и с ними работать? Какие вопросы он должен ставить? Какие вопросы он должен ставить? Он должен, во-первых, давайте так, с чем он не должен соглашаться? Если оппонент предлагает поставить вопрос, какова рыночная, ой, не рыночная, а наоборот, какова балансовая, действительная, инвентаризационная стоимость, то на это может быть еще какая-то, на это не должен соглашаться, как говорится, заемщик. Да. Почему? Потому что рыночная стоимость, во-первых, она определяется, да, исходя из реалий рынка сегодняшних или там той даты, к которой он привязан. И по сути это самая адекватная и дорогая. Итак, господа, мы ждем от вас комментариев, ждем ваших пожеланий на тему, какие из затронутых тематик будут вам наиболее интересны. Вас беспокоят. Вас беспокоят. Тогда нам будет проще дискутировать. Это будет живое, удобное, приятное общение. Всем до свидания, до новых встреч. Всего доброго.